Всем добрый день и приветствую вас на своем канале. Тысячи, сотни идей для декора, осеннего декора. А, смотрите, цапля. Серая цапля. Стоит на камнях, ее незаметно. Сначала поедем на ферму. Кукуруза радуга. Разноцветно сразу в одном початке. И почерпнем идеи с осенних фруктов. Посмотрите, какие смешные, нарядные тыквы. А эти яркие, гладкие, красивые. Вот и готовый декор. Позвольте себе и окунитесь в комфорт и наслаждение. А то нас все время призывают выйти из зоны комфорта. А может быть, я не хочу из нее выходить. Тепло, уют и красота. Сочините себе тему декора. Придумайте легенду. И обязательно посмотрите, что нам предлагают. Хотя бы та же торговля. Или журналы. Или программы телевизионные. Быть хорошим хозяином значит любить то, готовить его. Чтобы получить комплименты от своих близких, гостей. Сделать его удобным. Каждый уголок. Тыквы какие? Из трикотажа, из овчины, из кожи, из соломы, из веток, из лозы. Мягкие, пушистые пледы, подушки, веселые полотенца для декора. Когда ты знаешь, кто ты, как ты живешь, у тебя есть свобода выбора. Как жить, украшать свой дом. Не бойтесь сочетать разные предметы, современные и винтажные. Формируем, обогащаем, накапливаем насмотренность. Потом сделаем выбор. Возможно, ваш выбор будет совсем без декора. Чистые белые стены, чистая белая мебель, чистый белый пол. Возможно, яркая, теплая, сочная. Вот насмотренность вам поможет сделать выбор.
на этих полках уже готовые идеи. Остановите видео, рассмотрите детали. Что-то в вашей душе всколыхнется. Какой-то цвет пробудит желание. Повторить или придумать свое. Наслаждение жизни – это привилегия. Thank you.
Надеюсь, что-то вам понравилось, вы выбрали. А если нет, то просто полюбовались на красивые вещи. Спасибо вам за лайк, за комментарий. Пишите, показать вам то, что мы купили, как сделали свой декор. А это очень вкусный хлеб с клюквой и грецким орехом, с арбузом.